Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Вон наш кужеголовый что-то тут буянит. Ладно, забираем награды. Забираем награды. Так, задание, нет, в магазин зайдем, откроем колоду, также бесплатно. Макмен. Выпал мне Макмен. Ну что, и сразу же, ребят, по традиции, серию испытаний, да? Пробегаемся. Раз, два. Почему у Баксера опять со здоровьем беда какая-то, а? Че опять не так-то? Кто ему опять навалял люлей? Не пойму. Зэк стоит, растопырка. Ну давай по нему, наверное, звезданем пару хорошеньких. Раз. Ну че ты, Майки, ты же обычно два раза бьешь. Ну конечно, ну как же без бомбочки-то, а? На тебе. Я, наверное, на ракеты выпущу. Луч можно было бы, конечно, применить, но я его приберегу. Вот так вот. Что у нас тут? Тут у нас два рокстеди всяких. Давай, наверное, вот по этому звезданем. Так, активируем хил. Фига этот Майки, что он там за этот соус чили, что ли, там полил? Ну, наверное, давай сделаем так. И вот так. Вот, в принципе, и все. Вот они и допрыгались, кузнечики. Так, ну а мы двигаемся с тобой дальше. А мы двигаемся дальше, забираем здесь награды. И... Вот знаешь, что я еще тут заметил? Вот когда я только... Вот если я сижу голодный, например, или полуголодный, да, за компом, у меня все хорошо идет. Как только я поем... Все, ребята, у меня лень берет. Я не знаю почему. Какая-то лень. Мне сразу хочется полежать, что-нибудь там почитать. Ну уж никак точно не играть. Я не знаю, к чему я это сказал сейчас. Ну вот я сказал. Чтоб вы, наверное, знали. Да иди ты, потом все это будет. Ну что, опять же прокачиваем слэша нашего. Так, ребят, нам вот здесь нужно найти 7 пультов. 7 пультов — это фигня, ребят. Уже 2 нашли. 3. Ой. 4. 5. Так, еще 2, да? Еще 2 пульта нужно. И последний. Вот и все, ребята. Так, прокачка, значит, у нас идет до 4 ступени. Блин, а вот дальше уже, конечно, похуже. 4. 4 штуки 3D очков нужно найти. Да, конечно, ага, найдем. Не найдем. Так, ну давай последний тогда найдем очки. И все, и будем закругляться с этим заданием. Ну, да ты серьезно, что ли? Да я говорю, 3D очки мне, блин. Все, ребят, у меня пицца кончилась уже. Так я 3D очки и не нашел последние. Ладно, фиг с ними. Так, забираем здесь награды. И поднять уровень персонажа, но это будет уже потом, в конце. Так, здесь у нас пицца. На испытаниях, друзья мои. Давайте, наверное, сколько у нас от... О, 156 откатов. Ё-моё, они сейчас у нас будут просто улетать. Блин, просто улетает, ребят. Сколько у нас там сейчас будет? 600? А, как же мне обидно. Обидно, прям нет слов. То, что мы тратим с тобой вот так вот все. Я смотрю за откатами. Это только 800... Сейчас будет. А нам нужно 830, а нам нужно 840, по-моему. Сейчас посмотрим, ребят. Угу. А, 830. Тютелька в тютельку, друзья мои. Тютелька в тютельку. Все.
Еще одна, ребята, заходочка. То есть еще мы с тобой находим ДНК. А мы обязательно находим. И наши драгоценные, точнее пока ваши, ну скоро, наверное, будет и мой драгоценный кролик прокачается. Так, а платиновых осколков у нас сколько? Я просто 110 по 75 за неделю. Получается, так, нам нужно 400, да? Получается 3 недели. Да, ребят, 3 недели. Ну, 3 недели это получается месяц. Конец месяца, то есть в следующем месяце мы с тобой получаем платину осколки. Значит, скорее всего, мы в платину переводим наших кроликов и начинаем их интенсивно прокачивать. Скорее всего, мы сделаем так. Я думаю, что вы согласитесь, так что, ребят, в комментариях можете высказать свою точку зрения. Ну и мне кажется, лучше сделать так. Прокачать кроликов по фулке на 5 золотых звезд и в конце месяца поднять ему платину в ранг. Я думаю, что это неплохая идея будет. Ну что, у нас, друзья, турнирная арена. Воу-воу-воу, Лига Сёгунов. 2 звезды, нифига вы меня скинули-то. Чё это, за что так дерзко? С чего вдруг? На каких это, извините меня, ковришках я провинился? Скажи-ка мне на милость. Непорядок. Это непорядок, это нужно возвращаться обратно. Чё это за дела такие, нифига не. Молодцы, ухари. Я еще понимаю, там это. Мы же с тобой дошли до Лиги Мастеров в прошлой серии. Дошли. Ну. Я, конечно, не спорю, там у нас, по-моему, 90 уровень был. Ну, извини меня, в Лигу Мастеров скинуть 2 звезды. Это, по-моему, перебор. Нет, ребят, перебор. Я такого не потерплю. Фух, так, вернулись мы в Лигу Сёгунов 3 звезды. Пока. Пока вернулись. Конечно, я, ребят, попробую. Не знаю, бустануться получится, нет? Ну, попытаемся. Чё? А чё это у меня Макман на первом месте стоит? Сфига ли ты, парень, сюда притулился-то? Я не пойму. На первое тёпленькое местечко он тут сел у меня. Это жук навозный, а? Так, ну что, я не знаю, зачем я взял здесь двух бойцов. Ну, Зэк-то понятно. Зэк здесь особого-то ничего... Хотя, ну, все равно, ребят, видите, надо... А второго бойца на добивку. То есть он один как бы, ну, не тянет. Не справляется с поставленными на него задачами. Так, с 97-го мы переходим на 83-й и... Так, сейчас глянем. Не дают. Что-то не дают, ребята, мне 16-22. Ладно, фиг с ним. Возьмем этот отряд и поехали. Возьмем Рафаэля, Майки, Лео. Ну да, в принципе, этого будет достаточно. И вот здесь вот двоих в доборчик возьмем. Тем более у них почему-то уровень упал, стал 59-м. Я не знаю почему. Но он упал. Ох, как же у меня спина болит, ребята. Ё-моё, задолбался сидеть, сгорбившись. По 8-9 часов, а? Как тебе такой расклад? И у меня скоро будет спина, как этот, знак вопроса. Такая вот. Так, ладно. Погнали дальше. 67-я позиция, да? 67-я. Ну вот, дают 16-22, наконец-то. Возьму Донателло здесь. А, наверное, возьмем Слэша. Ну и Змею Карай. Тут вроде бы таких нету слишком шустрых, быстрых бойцов. А, Майки. Майки что-то я прозевал. Ладно, фиг с ним. Так, Слэш пошел. Ну, по крайней мере, он вырубил Микеланджело. И Донни добивает всех. Ну что, неплохо. Неплохо здесь получилось. Идеальная победа. Двигаемся далее. 52-я позиция. Так, ну что же, 52-я позиция. Я возьму, наверное, Макмана. И Железноголового. Рокзар, отвали. Раз, два, три. Ну тут опять же, ребята, вот у них сейчас 65-66 уровень. Если сейчас что-то пойдет не по-моему, начнется опять же трам-тарарам. Сам понимаешь, да? Ну этот иммунку делать. Ладно, фиг с ним, пускай он делает иммунитет.
Вот нам надо теперь Дони как-то быстренько ушатать. Ты, как ты меня, Кейси Джонс, вымораживаешь? Вот серьезно, что, еще и вылет из игры, что ли? Не, нормально. Я думал, сейчас еще вылетит, так зависло. Обычно так, когда вылетает игра, зависает все. И у меня сразу, знаешь, что вспоминается? Эпоха Денди. Эпоха Денди, Сеги. И когда играешь, играешь в игру на картридже, да? Хоп, что-то зависло, и там пей, вот этот звук протяжный, думаешь, ну ё-моё, а где я там сохранился, фиг знает. Это хорошо, если там есть игра с сохранением. А то обычно там же эти, по-моему, как они, циферные коды были же. И ты, как всегда, если что-то не записал, все, пиши пропало. Так, зачем мне здесь супер-шреддер? Я, наверное, возьму Пусаги. Пусаги. Нет, возьмем, наверное, не Пусаги, а вот так вот сделаем. Да мне кажется, тут слишком имбово для них. Хотя нет, ребят, не имбово. У нас из массовиков только Джастин. Да мы еще прекрасно знаем с его инициативой, блин, этой дурацкой. Поэтому на него рассчитывать здесь вообще не стоит. Вообще. Вот защиту, наверное, поставим дополнительную от Криса Брэдфорда. Так, здесь кто у нас? Ну, в принципе, здесь много кто желает нам зла и очень много может сделать. Угу. Так, рогзаточек выдержал. Выдержал. Так, теперь Джастин. А вот о чем и речь. Джастин, ты... ты вата. Ну ты серьезно, что ли? Ну ё-моё, ну... давай, слышу, вырубать. Точным ударом вырубим бибопчик. Все, ребят, сейчас провокация кончится и начнется тут. Давай так сделаем. Угу. Еще и меткость понижает. Слушай, а может быть вот этот плевок будет лучше, чем запах изо рта? Хотя запах изо рта... тут плевок понижает меткость, а запах изо рта понижает броню. Так что, ребят, тут бабка надвое сказала. Ульвия. Ничего себе, какое имя прекрасное. Ульвия. В первый раз такое слышу, ребят. Ульвия. Хм. Нормально. Мне нравится Ульвия. Что-то между Ульяна и Элей, да? Ульвия. Прикольно. Так, что такое здесь? Ага, давай. О, шикарно. Бакстер, ты шикарно отыграл здесь. Бакстер отыграл шикарно. Нормально. Ну, нет, пока еще нет. Пока еще мы не вернулись с тобой обратно. Ну что у нас тут? Усаги. Усаги и Паукус. Мне кто-то из подписчиков посоветовал прокачать Паукуса. Говорят, крутой чувачок. С хорошей инициативой. В принципе, я, ребят, наверное, соглашусь. Чувачок, он неплохой. Да еще плюс у него массовая атака с дебафом на понижение меткости, как бы, в принципе, неплохо. Я вот про эту атаку говорю. Ну, возможно, возможно, на сотом уровне он будет печь очень великолепно. Но просто на самом деле сейчас как бы, ну, не до него. Ты видишь, у нас какие сейчас приоритеты стоят. Поэтому и хотелось бы, но не до него сейчас. Так, ну что, возьмем Ванюшу, наверное, да? Раз, два, три, четыре. Ванька, встань-ка. По инициативе-то как? Нет. Идет Шархан у нас первым по инициативе, как мы видим. А, вот дальше Ваня. И все. Шархан и Ваня, в принципе, неплохая, ребята, катка. Причем тот дебафит на... У нас Шархан на понижение брони же, да, дебаф делает? По-моему, понижение брони. Я просто не обратил внимания. То есть понижение брони, и Ванька, естественно, Ванек со всей дури, со своей базуки шмаляет. Ну и сам понимаешь, да, у тебя пониженная защита. Ты получаешь колоссальный урон. Поэтому они, естественно, тут и вырубились. Ну тут, понятное дело, Крен ходит первым. Да, у него, видимо, какая-то
неприятность к черепашкам. Он их просто косит, только шорох. В легкую. Так, я хочу до Лиги Мастеров 2 звездочки сегодня добраться. Получится, как думаешь? У нас 28 откатов. Плюс я не смотрел еще рекламу, ребята. Но это я уже в конце за кадром посмотрю рекламу. Еще 10 откатов себе хочу получить. Они пригодятся нам уже туда. Ближе к финалу. Раз, два, три, четыре. Ну, я надеюсь, что Супершредер здесь все-таки сделает как надо. Что он повесит на них постепенку, ну и все будет хорошо. Чтобы морозилка, главное, не хильнула. Так, ну, в принципе, неплохо. Вот только что Лео, да. Если Лео сейчас выйдет, ребята, из-под контроля, если он сейчас сделает удар, а он сделает его. И он сделает его очень мощно. Боюсь, что кому-то... А, вот он как сделал. Но нам повезло. Он мог бы, ребята, сделать свой прыжок этот сверху вниз мечом ударить. Ну-ка. Слабо, да? Ну, добивай тогда Шреддер. Все. Все, попали и уничтожили мы его. Так, 50-е место будет? Да, ровно 50-е. Так, 16-22. Ну, 16-23. О, 17-23, нормально. Но здесь противник, конечно, Майки. Поэтому я на всякий случай возьму, наверное, здесь Супер Шреддер. Хотя бы здесь не помешал бы мне все-таки этот. Ой, какой Джастин, ты че? Тихо, тихо, Рэй, ты не вздумай чудануть так. Джастина взять еще, ё-моё. Это сразу фейл, сразу же, моментально, ребята, просто. Шреддер, конечно, может быть и бомбанет, а он же может и не бомбануть. То есть постепенно он может не повесить. Так, Усаги. Ну, тут, ребят, сам Бог велел выиграть. Ну, без проблем вообще. Причем два хороших дамагера, да? Я имею в виду, это Усаги и Супер Шреддер. И причем они оба вешают постепенный урон. Так что тут шансов у них выжить просто ноль. Ноль, ребят. 35-я позиция. Ну что? Не, давай-ка мне 17-23. Хорош уже тут выкрутасы свои делать. Я здесь думаю, что одного Армагона... Ага, 75-й... Нет, одного Армагона здесь уже не хватит, друзья. Здесь уже придется брать Зека. Блин, слушай, а персонажи это еще не отыгранных. Дофигище. Дофига просто-напросто. Ну что ж, давай. Здесь бросаем бомбочку. И Армагоша, наверное, добьет их. Все. Все очень даже хорошо. Ну что, 20-е? Угу. И опять же 17-23. Берем Армагона, берем... Ну давай опять же возьмем Зека. Раз, два, три. Все, как-то вот так вот. Ну что, супостатики, здорово, здорово. Ловите печенюшку. Ну и Армагон тебе тут халява, добитый их с полтыка же. Да, да, так он и поступает. Так, сейчас после черепашек пойду покушаю. Что-то кушать охота. 4 часа вечера, а я еще, кроме как стакана чая, ничего не выпил. И не перекусил. Это не дело. Ну что за зависон это, давай. Нет, нет, ты давай 17-23, ну хорош. Я уже 3 игры сыграл, блин, а ты все на попятную прешь. Давай-ка без Армагона, давай. То есть без Кренга. Не, ну, слушай, хватит нам сегодня, силенок, забраться до Лиги Мастеров 2 звезды. Очень даже хватит. Может быть, даже еще там немножко закрепиться, да, хватит энергии. Упс. Видишь, ну, я ребят, не осуждаю. Армагон 75-х уровней. Это хорошо, что он вообще вырубил всех. Ну, не всех, а тут двоих или троих. А мог бы он этого не сделать. Ну, вот мы и добрались уже до Лиги Мастеров 2 звездочки. Теперь будем немножечко закрепляться. Это необходимо. Это, ребята, необходимо. Так, а что я? Так, Армагон, подожди, надо же двоих брать. Раз, два. Раз, два, три. Сколько там еще осталось?
Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. То есть еще три, ну, четыре поединка, скажем так. Посмотрим, до полтинничка, если доберемся, будет очень даже, ребята, неплохо. Если на 50 место перепрыгнем, я имею в виду. Так, ну что, сегодня, ребят, наверное, еще поиграем немножечко в Арсения против зомби. Кстати, спрашивали многие, когда можно с тобой сыграть. Вот, ребят, давайте подумаем, как можно сделать. Может быть, типа сделать стрима какого-нибудь. Ну, блин, на стриме. Вы на стриме будете видеть, что я там, какие у меня карты. Ах, вы жуки. Не знаю, как-то... Или договориться в какой-то определенный день, чтобы можно было играть. Но опять же, я смогу играть только со своими подписчиками, которые у меня в друзьях добавлены. Вот как вы думаете, как вот лучше сделать? Напишите, ребята, какие-нибудь там предположения в комментариях. Я почитаю потом... На следующей серии решим. А сегодня я просто поиграю, наверное. Вы видели, да, как в прошлой серии меня размазали? Просто размолотили в пух и прах. Вообще, такое, знаешь, такое впечатление, что противнику просто компьютер подыгрывал. Он ему всегда давал те карты, которые ему нужны были именно в тот момент. Вроде бы у меня вот-вот, сейчас ход сделаю, и все, будет победа. Бац, и тебе все обломают. Это, ребята, рандом. И причем, кстати, вчера я играл. Опять же мне выпал чувак, зеленая тень, у которого были одни бобы. Ну ты понял, я про которые бобы говорю, за одну единичку, которые плюются. Когда ты выставляешь еще один боб, он начинает плеваться. Две единицы урона. То есть меня такое зло взбесило. Вот, жалко, их нельзя как-то забанить или еще что-то сделать там, знаешь, как бы. Конечно, это вообще жесть. Еще не хотел записать специально, блин. И забыл. Но это вот один хмырь, это, мне кажется, это тот же самый, как вот в прошлый раз мне попадался еще в каких-то там давнишних сериях тоже. Или вот как недавно, да, помните, мы играли с менеджерами, зомби-менеджеры-то. Вы написали, это должно было ему офигеть как повести. Ребята, это не то, что офигеть как повести, это, не знаю, 0,5% из тысячи, что тебе выпадут, выпадет менеджер при разыгрывании менеджера. То есть, ну это вообще топ. Понимаешь? Просто топовое везение, блин. Так, ну что, давай, наверное, тут у нас остаются последние бои. Я еще раз говорю, за кадром я потом, друзья мои, нафармлю. Сколько там у нас получается? 10 откатов, да, 10 откатов, и все будет хорошо. И на следующую серию, я думаю, что мы уже возьмем все-таки топовое место. Подожди, завтра у меня, ребят, на прием надо идти. Завтра у меня прием в 3 часа дня, и если меня выпишут, то на следующий день я иду на работу. У меня как раз ночная смена будет. Печалька. Ладно, ладно. Ну и, соответственно, видосиков будет уже пореже выходить. На больничном я мог позволить себе тут что-то делать. На все, сразу же на всех каналах тут и то появилось. И это свеженькое, и то. В рабочей смены такого не будет, ребят. Просто это не, просто невозможно сделать. Так, ну что? Берем тогда, поехали. Последний бой. Я надеюсь, мы с тобой наберем достаточно количества мутагена, чтобы нам поднять еще один левел. Вот жучара. Чтобы нам поднять еще один левел для... Кого будем? Для слэша, я так понимаю. Все. Всех забомбашил. Ребят, почти добрались до 3 звезд. Не хватило там буквально поединочка другого. Ну что, давай посмотрим. 31 тысяча мутагена. Да, нам хватает. Ну что, ребята, еще серия, он будет 90 уровнем у нас. А там еще 10. Ну вот самая последняя десятка, 10 тысяч вот этих вот. Точнее, до фулки. До уровня, до сотого. Блин, самое долгое, конечно, копится. Серьезно тебе говорю. Так, ну и в принципе все, друзья, да? Да. На этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.